В дневнике прекрасно мудрый мне попался видеофайл, и речь шла о Фрице Крейслере. Такая музыка под скрипку. Сейчас я ее включу, и можно будет послушать, о чем идет речь. И так далее. Называется эта вещица «Маленький венский марш». Вена, дамы в прекрасных платьях, с веерами, с каретой. По этому поводу я написал эссе. То ли марш, то ли лирическая фантазия. Ну, сыграно скорее как нечто фривольное. Но и текст музыкальный дает тому обоснование. Ну, допустим, марш кокетливых дам. Но как бы то ни было, приятна легкость исполнения. Приятно, что во главе всего стоит игра на скрипке. Игра. И исчезла скучная ученость консерваторская. Есть легкость и игра и прочие чувства, что заполнили пустое место учености. Но так всегда, что так всегда отталкивает людей вообще от классики. Все это хорошо и замечательно, но посерьезнее бы репертуар. Вот если бы так легко и свободно сыграли Баха, как Гульд на рояле, или Рахманинова, как Горовиц, а еще лучше – как сам Рахманинов играет себя, без легкомысленной бравады, кокетства, мастерством и виртуозностью, что есть, к сожалению, у Горовца. Да, вот тогда бы это было зрелище.